Балет «Ромео и Джульетта» и «Роден». Концерты симфонической и камерной музыки. Самые лучшие артисты театра «Астана Опера» привезли в мегаполис. Жду новых впечатлений, новых знакомств и приятных ощущений от гастролей и от выступлений, чтобы зрителям было интересно и выложиться на 100%, чтобы нас запомнили. Жду теплого приема нашего театра. И думаю, надеюсь, что мы всем запомнимся хорошо, и нас будут всегда так ждать. В родной город приехали свой, можно сказать. Ответственность большая, она. Хорошо выступить, но не опозориться, самое главное. Выложиться на 100%. Все, скучали по Алмате, приехали, рады. Первыми гастролями артисты театра хотят получить своего рода благословение у мэтров, которые живут в мегаполисе. Я очень волнуюсь. Это большая ответственность выступать в Алматы. Ведь здесь, по сути, зародилось искусство оперы и балета. Очень приятно и радостно будет показать алматинцам наш репертуар. Это первый гастрольный тур театра оперы и балета «Астана Опера». Он продлится неделю с 4 по 10 февраля. Своим выступлением в Алматы «Астана Опера» предваряет большие гастроли, которые 8 марта начнутся в Санкт-Петербурге. Юлия Искевич, Асет Кундакпаев, телеканал «Алматы».